Астане не стихает строительный бум. Ельбасы распорядился реконструировать одну из главных достопримечательностей столицы – Водно-зеленый бульвар. До начала Экспо 2017 18 гектаров левобережья покроют гранитом и озеленят. Налогоплательщикам это будет стоить 80 миллионов долларов. Бульвар уже дежурно переименуют в Нуржол. То, что до этого было сделано, это лет 7 назад было сделано покрытие стороны. Этот материал уже морально и материально уже, можно сказать, устает. Низкое качество построенного в Астане давно стало приметой времени, а грехи видны невооруженным глазом. Начинается все прямо у ворот резиденции лидера нации – Акурды. Вот так выглядит плитка, брусчатка и облицовка вокруг проправительственных зданий и парламента. Ремонт здесь круглый год. Я здесь 10 лет как живу. Я здесь вообще ничего не вижу. Я с деревни приехала, здесь хуже, чем в деревне. Честное слово. А вот так выживают люди в старом центре Астаны. Блага цивилизации в двух шагах от улицы Конституции с того момента, как перенесли столицу сюда, так и не добрались. У местных свой водно-зеленый бульвар. Только не ездить, не ходить по нему даже летом невозможно. В домах вода, люди откачивают ее насосами. Многолетние жалобы в местные органы власти нерезультативны. Как только дождь, тут пройти невозможно. Машины здесь вообще не идут. Скорая к нам не подъезжает, потому что вы сами видите, какая дорога. Они боятся здесь застрять. Вот. Вот приходится одевать пакеты на ноги, чтобы дойти нам до остановки хотя бы. Вот в таком состоянии живем мы, как говорится, в столице нашей новой. Обновить самое сердце столицы доверили фирме «Проверены» ТО «АИС Астана», той самой, что построила 30% объектов столицы, в том числе эпатажный монумент Казах-Еле со скульптурой Нурсултана Назарбаева. Строители не скрывают стройматериалы на омоложение Нур-бульвара с маркировкой «Made in China». Сверху, с высоты, вот это какой, 10 этаж, с высоты 10 этажа упала на меня плита. Некачественная стройка в Астане бьет не только по бюджету страны, но и по конкретным жителям. На Гульзифу Абилеву облицовочная плита дома упала, когда она выходила с детского сада. В итоге перелом позвоночника. Иск пострадавшей к компании-застройщику суд удовлетворил. Да так, что из 5 миллионов, которые требовала Гульзифа, горе-строители выплатили ровно 1%. 50 тысяч тенге. Добиться, чтобы отремонтировали дом, тоже не получилось. Мотив – она не собственник квартиры. Это касается каждого человека. И не один дом наш, ЖК «Уют», вот облицован этими плитами. И вы посмотрите, как они скреплены. Они скреплены, вот как у женщин бывают невидимки, да? Вот так нежненько раз, а ветра, а колебания, а вот, я не знаю, куда смотрят проектировщики, когда делают, да, куда смотрят инженера и о чем они думают. А эти плиты, они каждый год, и с каждым годом они будут все больше и больше падать. Последние 15 лет все ресурсы страны направлены на строительство Астаны, точнее ее левого берега. Это настоящий клондайк для чиновников. При этом они в стремлении произвести впечатление на президента и заработать совершенно позабыли о правом береге столицы. Как итог, золотые мощеные тротуары ведут прямо к трущобам с сортирами во дворах.